что, друзья, наш второй день в Алании. Мы решили начать с вот этой площади. За спиной у меня памятник, конечно же, Ататюрку. Сейчас куда-нибудь двинем. Здесь же рядом миленький парк. Такие вот такие штучки прикольные здесь. Духовой инструмент. Я думаю, что... А большая труба наполнена, да, что это? Потому что мы оказались на музыкальной поляне. Есть гитара, есть саксофон. Много чего еще. Можно собрать дистемпер. Да, лучше всего стикеры No Mercy выглядят на фоне пальмы. Смотрите, какое забавное соседство. Вот такого с вот таким. Я прихожу к выводу, что в этой стране все памятники с одним человеком. Ребятушки, смотрите, здесь есть маяк сынок, маяк папа. Маяк еще и с артом. Интересно, а кто вот это написал? Кто-то знал, что я сюда приеду? Так, ну что, мы выяснили, что вот эта вот восьмиугольная башня позиционируется как главная достопримечательность Алании, построена в 13 веке. Стены этой башни толщиной 12,5 метров, а высота ее 30 метров. Еще одна катапульта, видите, она детская, то есть можно так раз и туда. Ну, я думаю, что это новодел, но он как бы показывает то, что когда-то здесь такие были настоящие. Полезешь? Конечно. Я тоже полезу. Печать султана. Прошлую такую я видел в Анталии. Друзья, 12 ноября, погода отличная, и море в Турции до сих пор классное. Проверено. Не знаю, о ком это и что имеется в виду, но посмотрите, какой камень попался мне на глаза. Здесь на пляже. Рубрика «Упоротые котики». Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Будем рады вашим лайкам и комментариям. Будем благодарны, если подпишетесь на канал, нажмете на колокольчик или расскажете об этом ролике на одной из своих страниц в соцсетях. Ну и ссылка, по которой нас можно поддержать рублем, также в описании. Имена донатеров мы будем публиковать в титрах наших роликов. Спасибо.